Руководство Нижнего Новгорода до настоящего времени не приняло решение о создании системы комбинированного водоотведения сточных вод. Напомню, что в конце августа руководством Нижегородского водоканала она была представлена главе администрации Нижнего Новгорода. Ее суть заключается в том, чтобы объединить ливневки, которых в городе не хватает, с канализацией. Цена вопроса 9 миллиардов рублей. Треть затрат ложатся на плечи городского бюджета, столько же на плечи водоканала и еще треть на промышленные предприятия. Вот тут-то и появилась загвоздка. Промышленность за городские ливневки платить не готова. Вся коммунальная сфера во всем мире за все годы, сотни лет, которые можно отследить в истории, она всегда говорит, что платить никто не хочет. То есть, ну, это же понятно, это мотивационная вещь. Поэтому как у промышленника можно спрашивать, готов ты платить больше или нет? Ответ будет понятный, очевидный, нет, не готов. Комбинированный проект ливневок для города наиболее предпочтителен, утверждают в администрации Нижнего Новгорода. Предложения по созданию и модернизации существующих ливневок оцениваются уже в 30 миллиардов рублей, а таких денег у города нет. Это локальный местечковый эффект. Таких городов в России очень мало, которые могут позволить себе увеличивать сброс без модернизации серьезной станции РАЦИ. Впрочем, судя по всему, Нижний Новгород нормальных ливневок дождется не скоро. В подтверждение тому – лужи, расположенные у самого входа в головное здание Нижегородского водоканала. Алексей Рожнев, Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ.